Тарасские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного приложения банка. В Центр оперативного управления УП города Тарас обратился 20-летний житель областного центра с заявлением о пропаже денег, находившихся на банковском счету на сумму 48 тысяч тенге. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 25-летняя жительница Жамбылского района. По словам подозреваемой, она ехала в одной машине с потерпевшим и в ходе перевода денежных средств через мобильное приложение увидела секретный четырехзначный код, после чего попросила у потерпевшего его телефон якобы позвонить и через мобильное приложение перевела деньги на свой счет. Выяснилось, что таким же образом подозреваемая перевела денежные средства в размере 100 тысяч тенге через телефон жителя города Шымкент. Общая сумма ущерба составила 148 тысяч тенге. Подозреваемая полностью признала свою вину и водворена в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража».